Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y72 заблокировать контакт. Заходим в контакты, выбираем наш контакт, который мы хотим заблокировать. После чего нажимаем дополнительно, нажимаем заблокировать номера. Можем сообщить о спаме, можем этого не делать. И нажимаем заблокировать. Как вы видите, появляется такой значок стоп рядом с номером, а также надпись заблокирован. Чтобы контакт разблокировать, снова нажимаем сюда и нажимаем разблокировать номера. Подтверждаем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!